Или не будет. Да, он спиной стоит. Не-не-не, сейчас поворачивается, поворачивается. Пилот Пилот какой-то. пилот какой-то, ну. А Гонза избил его, сейчас за говет отомстит. Оно чисто. Слепой, Гонза. не видит, не видит. Господи. Да. Один глух. Ну что, так сделать, типа сзади такой пробег. Ну. Два инвалида встретились. О, в карту всего. Чё за жесть? Оба карты. Подбежит, спросит инфу у него. Либо нам тоже дать какой-нибудь Т-72. А чё же? Взял дальше, побежал, не заметил. Взял дальше. Пилот даже не увидел. Странный китель. Ну, блядь, с кустом слился. Кто это? Опознан, бегает. Кто это? Все побежали в разные. Не судьба. Их не судьбы, судьбы разошлись. Да. Разошлись как... Море в корабле. Ага, дома русские. А, у них бэха еще, ничего себе. Наверное, надо нам Т-72 дать тоже. Блин, вот у вас входибельная Фалуджи обязательно надо было сделать на этой карте, но в каком-то левом месте. Я вот об этом же говорил изначально. Нельзя было сделать, короче, замутить в каком-то нормальном районе Фалуджи это все.